Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий гений. Hi, how do you? Вы разговариваете, рулет? С вами нет. А с кем разговариваете? С людьми. Да вы ж Россию ставите в поиск. Звідки ви знаєте, що я ставлю? На Росії людей немає. А що ви ставите в поиск, якої країни? Усі. Усі. А ви звідки будете? Франківськ, Тернопіль, Львів? Яка вам різниця? Да так интересно. Ну и о чем вы с людьми разговариваете на какие темы? Я разговариваю с людьми, а не с россиянами. Да я, у меня Россия под VPN, успокойтесь уже. А риторика? Что риторика? Пока мы не начали беседовать, что риторика? Вважайте, що я догадався. А чого ви догадались? Хто ви? Ну, може, ви мене бачили в Ютубі, я ж не знаю. Догадались. Як ви могли догадатися, ми ще не почали бесідувати. Я все сказав. Ну, давайте я представлюсь. Олег Торонто, ви откуда? Як зовут? Канада, це добре. Пан Микола, місто Київ. О, понятно. Ну, так, а, значит, вот с людьми вы разговариваете на какие темы? Ну, с людьми я говорю на будь-яку тему. А мене збила з фантастика ваша російська мова і значок Кацапської Росії під зображенням. Я думав, що ви росіянин. Ви мене спікінили, що це смак анвінен фор ю. Я ж вас не сказав, ну, я... що мене збила з пантелику ваша російська мова і знак триколор під вашим зображенням. Ну я понял, я понял. Я не знав, що ви з Канади. Ну хорошо, я вас понял. Ну можете розмовляти на вашій мові. Я вашу мову розумію, в школі изучав. Ну хорошо. Так... На какие темы все-таки предпочитаете беседовать? Яка вам цікава? Ну, мне цікава кинетика гетерогенных процессов. Извини. А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство. У них есть один... Воронеж передали в 1922 році, в Воронежскую область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не было еще? Ну, еще в соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Ты черный жопа. Мне не нравится черный жопа. Ты черный. Наверное, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгать да плетьми. Демократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. Ваше сучье семя, а вы ведем за родную Россию, как уси их рассеем. Тяжела будет исповедь. Рокоссовский груб. Мы сделаем украинскому народу на члены.
Ударять? Да. Да. Украину, которая... Украина, которая... Будет ни Донецкой, ни Львовской власти, будет только Харьковской, будет...